Автомагнитола стандарта 1DIN с Bluetooth-модулем. На распаковке автомагнитола Pioneer MVH S520BT. В комплекте с ней идет крепежная рамка, футляр для передней панели, два крючка для демонтажа, ISO-коннектор, внешний микрофон и инструкция. Это небольшая автомобильная магнитола размера 1 DIN. Съемная лицевая панель изготовлена из черного глянцевого пластика. По центру расположен символьный дисплей. Ниже видим кнопки управления. Слева от экрана регулятор громкости и две круглые кнопки, одна из которых предназначена для ответа на звонок. Справа от дисплея находится порт USB для подключения флешки или телефона и AUX для аналоговых источников звука. Также подключиться к устройству можно без проводов, при помощи Bluetooth. Основные разъемы находятся на задней панели. Здесь стандартный разъем подключения к автомобильной электропроводке, 6 RCA выходов для усилителя и сабвуфера, входы для антенны, микрофона и подключения проводного дистанционного управления, расположенного на руле. Внутри магнитолы установлен усилитель, способный выдавать до 50 Вт мощности на каждый из 4 каналов. Аппарат имеет на борту звуковой процессор и 13-полосный эквалайзер для настройки звука. Встроенный радиоприемник работает с диапазонами FM и AM. В памяти можно сохранить 18 радиостанций FM-диапазона и 6 радиостанций AM-диапазона. Что в итоге? Перед нами компактная автомагнитола с укороченным корпусом и съемной лицевой панелью. Она позволяет проигрывать музыку из различных источников и имеет возможности настройки звучания. We'll be right back.